Всех привет и правильного просмотра. Поражаем проходить Медил 2 Тотуар с модом. Ну что у нас? Правитель Генуэ мертв. Султан Сельджуков мертв. Калиф Мар Мафром мертв. Великой башни Сильвилия. Ох, великой башни строит. Так, ну, кардинал с Данием. Так, объявлен война королевства Дания против... Нифига себе, а чё Дания с Византийской империей войну объявила, если не находится в разных местах? Так, адвокат наших, так сказать, наёмников, ну, не наёмников, а это строительство. Так, здесь у нас что? Ну, давайте, года, значит, стрельбище тут построим. Так, сводка... Священник у нас умирает. Героическая смерть в бою. Это где вообще героическая смерть в бою? У нас новые два члена семьи. Но все не знают какой-то семьи. Так, здесь у нас... Вот она родилась. Еще одна девочка. Блядь, ну ты, девочка, ты рожаешь. Нафиг мне столько дел? Так, 18... А, во, у нас вниз пошел. Вот и пацан. Во, такая принцесса, очуметь просто. Пояс верности. Охренеть, грозный стражник. Вот это очуметь, блядь. Ну да, вот это настоящий этот. Так, так, у нас 10 тысяч сейчас. Дезентирство там, это понятно делают. У нас вообще крах. То есть Франция обнаружила лазутчик. Так, убей его, этого пидора. Пожалуйста. Почему он с охраной идет, я не знаю. Не продумку, но на это не будем смотреть, конечно, на эту не продумку. И слишком это страшно. Ты получишь за это прибыль. Так, ты дальше у нас выходишь из... Идешь сюда. Ты мне очень нужен. Так, лазутчик. Пускай здесь сидит. Это мы знаем, это мы видели уже. Так, армия. Армия у нас здесь сидит. Мой и король. Здесь у нас есть армия. Так, давайте посмотрим. Я, ну, хочу посмотреть дипломатов. Не-не, вот это хочу посмотреть. Где это? Появилась она? Вот она, Великая Монгольская Империя. По силам она не... общего рейтинга, а по военной... Нихуя себе по военной мощностью. Это же пиздец просто. У меня просто слов нету. Насколько она сильна. Там большая армия, и кормить надо, блядь. Они по-любому сейчас на все стороны там фигач будет. Так, это мы знаем, лазутчиков. Что у нас здесь? Здесь мы кого-то ждем, да? Вот сама принцесса. Выходи, погуляй. Может, ты куда-то попадешь. Так. Агент тут, убийца появился. Иди сюда. Ждем, когда принцесса подойдет сюда. И мы поедем в круговое путешествие. Ты феодал возьмешь себе? Объединяемся. Так, убийца, иди сюда. Да, мой король. Завтра я продолжу. Убийца здесь есть, это замечательно. Ну, уже так, что у нас здесь? Давайте наймем его здесь, значит, получается. Но нам лучников очень нужно. А у нас лучники только они, да, я так понимаю? Крестьян с луками, что-то слишком странно. А вот долохода осталось. Правитель никуда не пойдет, и принц тоже никуда не пойдет в данный момент. Мой король? Слишком старые они. Был бы у принца больше братьев, был бы больше заебись бы. У короля. Это король же брат там. Да, мой король. Типа он может наследство не получит, потому что он... у короля родился наследник, можно сказать. Ну ладно, давайте перейдем. Где у нас посол? Где-то здесь, да? Да вот, посол наш. Да, мой король. Бля, нихуя у него империя большая. Так, где-то здесь еще один посол у нас. Вашему
Да, через горы проходим, через горы. Да, торговое соглашение и сведения о карте. Давай, принимай. Супер. Нифига, а это что, территория Византийской империи, что ли, здесь? Нихуя, где-то раз, два, три. Да, где-то у нас еще здесь есть. Вот он, ты. Да, милорд. У вас есть предложение... Да, сведения о карте. Боюсь, я вынужден вам отказать. Мы с ними уже торгуемся 95 ходов, отчумить просто. Мы завершаем. Ладно, пойдем сюда, вот Византия. Прям здесь находится, надо взять и посмотреть. Так, это я походил. Тут посол, пускай у нас остается послом. Так, строительство мы уже все сделали. Значит, так, что у нас по поводу ходов? 16 тысяч будет, да, 16 тысяч. Но я хотел бы тут нанять тебя. И тебя. Так, сколько у тебя лучников вообще? Раз, два, три, мало. Мало лучников, да. Очень мало лучников. Блин, ну... Задержание слишком дорогое. Сколько это задержание? 60 всего лишь. Да не, у них наемники слишком дофига требуют. Так. А это что такое? Элитные лучники? Откуда тут элитные лучники? Давай наймем тебе тут еще три лучника. Только я не понимаю, куда мне еще корабль делся? У меня флот исчез куда-то. Предлагаю здесь построить флот. И убийцу нанять еще одного. Как раз он на корабль пойдет. Так. Ты у нас здесь, да, иди сюда. Король. Да. Есть, капитан. Да. Грузимся на корабли. И сюда давай. На берег. А ты сюда пока. Есть, капитан. Мой король. Выходи. Вперед! Людям нужен отдых. Так, элитные лучники. Так. Это не наемники, а? Изменяется. Да, это наемники. Окей. Будет исполнено. Объединяем войска. Так, что у нас здесь? Здесь у нас дофига всего есть. Это тоже убираем нафиг. Что прикажете? Нет, сюда нужны лучников. Эти лучники будут здесь созданы. Милорд? И будем собирать еще одну армию. Кто у нас старик? Кто у нас вообще есть из молодых? Ну да, 48 мне особо хочется. Вот тебя можно. Сюда пока поставим в данный момент, а там посмотрим. Так, что у нас здесь? Здесь у нас все нормально. Стрелковое ополчение. А тут у меня стрелковое ополчение. Нет, мы покупали их. Подожди, что тут? А, вот охран полководца здесь можно нанять. Это замечательно. Мы его нанимаем как раз, чтобы это замки сидел. Но при этом три вот этих... Мой король, милорд, да. Вот ты. Милорд. Идешь сюда. Четыре отряда. Но мы собираем еще армию, что может сюда пойдем, может быть. Еще точно неизвестно. Тут пока я думаю отсидеть чуть-чуть. Но при этом тут чуть-чуть можно отжать. Будет и сюда притащить армию чуть. Сегодня путь окончен, милорд. Так, что у нас? Леони сидит, и тут нет у нас вообще никого. Мой король? В данный момент тут у нас, я вижу, скопление какое-то есть. Да, замков дофига. У французов. Так, здесь у нас вообще один крах. Тут я не знаю, что делать Дрон. Вообще. Тут уже все. Один флот у нас, армия осталась. Сделаем вот так, пускай так и будет. Да. А тут уже родственник династии торговой республики. Чего? Фиг поймешь, что и что, почему. Ну ладно. Я думаю, на этот ход мы заканчиваем. Увидимся уже в следующем году. В 1223.
Ну вот мы вернулись, 1223 год нашей эры. Нам вот такая фигня предлагает. 19 лет ему. Если не ошибаюсь, это вот это, да? Дамочка, прийти. Блин, не вижу я ей фамилии, имени. Джоанна Страстная. А, не, откажись. Да, я согласен с ним условия. Так, гиди купцов. Строим. Император Византийский умер. Так, свадьба. Понятно все. Свадьба, значит, не здесь у нас. Не она. И не здесь, а это где? А, вот она. Ууу, ё-моё, ты уже ничего не сделаешь, да? Понятно все дело. Это династия Буи погибла. Это вообще убежал. Ладно, все замечаем, все хорошо в данный момент. Великий полководец принц Филипп теперь у нас. Офигеть просто. А чё у нас так император упал, что ли? 78 лет ему уже. Ладно, не слишком это важно. Дальше у нас. Это одна имя. Вот она у нас. Что прикажете? А вот и корабли. А, это корабли, бля. Милорд? Понятно все, это я сам себе ошибку сделал. Ну ладно, так, агент, иди сюда. Кого устроили? Иди сюда. Иди сюда. Да, милорд. Иди сюда. А он точно? Все, окей. Ты идешь сюда? А ты будешь... А, не сможем. Следующую ходу только сможем. Ну ладно, окей. Так, защищен строительство, улучшение камня. Значит, все нормально, хорошо. Значит, здесь у нас плюс, и тут плюс. Значит... Так, городской совет построим, чтобы получилось у нас этот, можно сказать... Так, тут у нас больше ничего не случилось. Это, блин, пофигу на них вообще насрать. Новая родина, Великая Монгольская империя, Хорезм. Это люди смогли захватить город, достойно быть новой западной столицей, как огромная империя. Сражаясь за город было ужасно, но еще сильно тревожит мысль, что теперь они готовы наступать дальше, быстро расширяться свои владения. Ну это, блин, для нас, конечно, страхи, но небольшие, потому что мы слишком далеко находимся от них. Можно так сказать, в данный момент. Да, 19500 это еще далековато. Ну ладно. Так, что у нас? У нас здесь появилась армия. Марш! Вот, вот эта армия, пускай здесь тут стоит, а тут трибушет я закажу. Так, ладно. Дальше, что мы можем тут нанять? Мы в данный момент тут ничего не можем нанять, но у нас здесь есть. Мы наняли у тебя, тебя, тебя. Идешь ты сюда. И вот армия, она готова. Стой. Мой король. Вот здесь вот. Да, мой король. Не? А здесь? Ты спрятаться сможешь или нет? Да, мой король. Не. Прятаться ты не можешь, это очень жаль. Так, значит, ты сюда идешь. Будет исполнено. Завтра мы продолжим. Так, что у тебя здесь? Здесь у тебя... Мечников можно нанять. И лучников. Так, убийцы. Убийцы, убийцы, убийцы. Иди сюда. Убийца сюда идет. И ты идешь сюда. Мой король. Так, ты. Кого можешь убить тут? Член семьи, блин, 16%. Очень. Кого устранить? 11. Блин, ну это очень жестоко. Кто оскорбил вас, мой король? Ну, постараемся это сделать. Не, дамочка нам помешает это сделать. Абсолютно. Ну ладно, окей, хорошо. Слава богу, он жив остался. Это замечательная новость. Ты у нас идешь сюда. Там никого нет, пойдешь сюда, можешь сюда потом. Так, ну ладно. У нас еще тут убийца где-то есть. Вот он, убийца наш. Ты должен убить этого пидора, вот это вот. 90%. Ну
ну, все получается, убийца убивает убийцу, это замечательно просто. Так, ты, армия, идешь сюда. Марш! И агент выходит дальше наружу. Идет сюда. Все. В данный момент все прекрасно и хорошо. Это в засаде у нас сидит. Милорд? Я думаю, из-за катапульта ты не можешь засаду сбечь. Ладно, тут все замечательно. Так, в данный момент мы не будем ничего атаковать, ничего будем делать. Так, посмотрим по заданию, КСВ походит, понятно. И еще 5 ходов, мы ничего не можем сделать. И тут это вот. Чем могу служить? Дамы, я боюсь, что я начну это делать. Она, правда, взяла и убежала. Я найду виновных. Но... А ты сколько? 33%. Ну давай постарайся. Во! Все замечательно. Да, мой король. Или Дикаму уничтожили. Так, это замечательно. Чей ты... В следующем году будем пытаться двумя этими... делать эту ситуацию. А ты у нас сюда пойдешь, да? Тут у нас есть член семьи. Здесь никого нету. А вот тут у нас появляется генерал 19-летний. Он верный нам, нормально, хорошо верен. А строительство, что тут ничего не строится? А почему? Ну, давай тут сельское хозяйство поднимем чуть-чуть. Пусть будет сельское хозяйство. Так, что у нас по деньгам? У нас по деньгам плюс 14. Так, давайте послам. Перейдем послам. Чем могу служить? Согласен. Вот этот город. Мы готовы выслушать. Так, ты у нас... Торговое соглашение и сведения о карте. Невыгодные приложения. Так. Выплатить 500. Взаимовыгодное приложение. Султан этого не одобрит. Нет. Платить нам дань 340 золотых за ходы 2x. Бля, дофига. Не, я не согласен с этим условием. Если вы хотели нас оскорбить, вам это... Да, Милорд. Будет исполнено. Будет исполнено. Так, что у нас дальше? У нас где-то здесь еще один чувак есть. Вот он. Византий, здорово, наконец, с тобой. Я хочу поторговаться. Нет, это невозможно. Да какие нафиг 3000, блядь? Вы чуть с ума посходили. Хорошо. На сей раз дипломатия нас подвела. Ваше Величество. Согласен, милорд. Вот это прикольно, на самом деле, ты сколько превышиди, просто на торговле здесь идет, а? Очуметь просто. Ладно, мы все, что смогли сделать в этом ходу. Увидимся уже в следующем году. 1224-м уже. Ну вот мы снова вернулись. Да здравствует 1224 год нашей эры. Король Дания мертв. Новое задание. Гильдия купцов. Гильдия купцов будет благодаря вам. Вы получите золото от гильдии. Пусть могла бы получить дополнительную прибыль от торгового договора и заключить с этим народом. Окей. Это я сделаю прямо сейчас. Предложение для нашего народа? Торговое соглашение. Вполне достойное. Он согласен с условием. До встречи. Мы сразу выполняем задание. И пойдем сразу по греческим территориям. Так, это понятно все. Задание выполнено. 500 золотых за это получить. Дипломатические державы начали войну. Вион косили против Халифан Аль-Махадов. Киевская Русь тоже сама против них пошла. Что-то почему я не понимаю. Вновь приняли главу церкви следующую державу. Дания. Так, это мечники, понятно, так, строительство, ёб твою мать, вот это строительство. Вот это, бля, строительство у нас произошло-то, а? Да. Главное, давай смотрим, что здесь можно построить. Тут всё дорого, абсолютно все. Я только могу так сказать.
О, здесь можем построить. Да, здесь построим рынок, чтобы больше денег приносил нам. Таверна здесь построилась. Можем построить сельскохозяйственную. Здесь можем поставить пекарню. Камнеломню здесь можем построить. А даже это где вообще? А, это здесь, ё-моё. Здесь нет, здесь нет. Здесь нужен нам ратуша. А что нам далековато еще? Да уровень, ну ладно, так, сводка. Тут ничего интересного не было, только здесь смерть какая-то. Гиди мы только что выполнили. Обнаружен лазутчики. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас два. Вот ты. Да. Ты. Жду приказаний. Жду приказаний. Мой король. Да, милорд. Нормально тебе здесь. Давайте наймем на всякий случай вот таких вот. Милорд? Так, тут у нас, я думаю, ничего тоже нанимать не будем. Будем нанимать там снизу. Так, кораблик сюда, что ко мне. Поднять? Да. Эй! Поприди сюда. Возвращайся сюда. Мой король? Мой король. Вы добавляете сюда. Приказывайте, милорд. Продолжим путь завтра. Так, здесь. Охрану полководца можно нанять. Я могу здесь нанять охрану полководца, а? Нет. А может, следующий ход? Может, в следующий ход смогу это сделать. Посмотрим, что будет в следующем году. Да. Так, ты тоже самое здесь. Стой где-то вот здесь. Выходим. Вот. Приказ, а ты идешь сюда. В данный момент. Нужен отдых, милорд. Так, здесь это граничит хорошо, но при этом отсюда можно армию взять. Ты. Жду приказаний. Ты. Мой король. Русские лучники. Идет сюда. Будет исполнено. Да, а ты с ними объединяешься. Милорд. Вот такие дела у нас. Так, и у нас только один такие вот, блин, лучники, ополченцы. Тут что ли они идут? Да, стрелковое ополчение у нас здесь, в городе. А ты умеешь стрелковое ополчение? Да, ты можешь стрелковое ополчение. Беру стрелковое ополчение прямо здесь. Это что-то перерабатываем, что-то делаем непонятное. Так, ладно. Здесь пускай замки так и останется, все замки. Мой нож это очень плохо. Так, что у нас дальше? Дальше у нас здесь. 36%, постараюсь убить его. А? Нифига себе ты даешь. И мы это делаем. Молодчины просто. И он убегает. Супер вообще, просто супер. Мы убиваем еще одного члена семьи. Из французской короны, можно сказать так. Так, ты у нас что? Ты у нас ничего не делал, да, я так понимаю? Чей срок нас? Стараемся убить его тоже. Только уже ночь. Он идет с охраной спереди. Молодчина, получается. Мы еще за этот ход убиваем двоих членов семьи. Кто оскорбил вас, мой король? Это просто супер. Кого устранить, милорд? Назови. Тут есть его. Принц. И член семьи. Иди сюда. Как пожелаете, мой король. Ты идешь сюда. Да, мой король. Как... Нихуя себе, это кто? Свое время, мой народ. Правитель это. Нихуя себе правитель здесь. Так, правитель. Что вы хотите? А даже тут смогу что-нибудь сделать? Жениха? А может попробую это сделать, а принца убить? Сколько тебе лет-то? 14 лет, ты чё? Давай, стараемся, давай. Никогда не забуду, какую честь вы мне оказали. Мой король? Вы уверены, мой король? Здесь нет дорог. Армия здесь не пройдет. А ходит ему пизда. Ему пизда. Милорд. Ему пизда. Ему пизда. Милорд?
Вот и свадьба у нас сыгралась. Он верит нам на 100%. Очуметь просто. Ты будешь кого-то делать, а? Я пока делать ничего не сможешь делать. 79 лет. Правитель 79 лет. Очуметь просто. Так, новый член семьи. Это какой это? Ничего себе метод. Света. Это мы все видели. Ладно. Теперь у нас тут остается только правитель. Ой, принц. Имя жертвы. Все, что мне нужно. Ваш враг допустил ошибку. Да, вот он идет. Клип. Это супер. Давай, давай, убей его. Блядь, баба испортит все, блядь, это пиздец. Баба все испортила. Ну, он хоть жив остаться. Остался. Вот это я не люблю. Анимация долго, это анимация думается. Так, ты не дойдешь до него, это по-любому. А это убить 10%, конечно, уфиг, что с ним сделаешь, правитель. Но тут один раз правитель был, которого вы даже могли вообще уничтожить. Так, подожди-ка, я тут могу убийцу? Да, могу убийцу тут нанимать. Здесь я давно не могу это делать. Я думаю, в будущем это придет. В будущем это придет. Приказывайте, милорд. Не, здесь я стою, чтобы охранять вот этот замок. В данный момент. Так, что у нас с послами? Да, мой король. Иди дальше. Вот будет еще спать. Город ихний. Давайте а попробуем только поторговаться. Поговорить? Это бесчестно. Навязано. Да прибудет с вами. Согласен, милорд. Никаких вопросов, милорд. Так, дальше что у нас? Дальше мы пошли здесь уже находимся. Мой пойдем король. Сюда. Будет исполнено. Так. Ваши... А ты уже походил, да? Уже походил, понятно, все, это походил, это все. Я надеюсь, что Дани захватит этот замок себе в данный момент. Мне не особо нужно это, чтобы она взяла, и эти два замка были перекрыты, можно сказать. А это здесь было часть. Вот тут они, если захватить замка, это нету, значит, тут это, раз, два, три, четыре, будет перекрыто от этих двух замков. Тут у нас что... Четыре города останется. Тут замки, вот тут единственные основные армии, которые может собирать он. Ну ладно. Я думаю, на этом уже ход заканчиваем. Увидимся уже в следующем ходу, и это будет последний ход. Ну вот мы снова здесь. У нас уже 1225 год нашей эры. Король Сицилии мертв. Подходящий жених. Ладно, 35 лет, согласен. Создан механический арбалет. 13 столетие. Основа Тевтонский орден. Нихуя себе. Home to the old gods, now home to war. The ruthless knights of the Teutonic Order, who came to deal with pagan Lithuania at Poland's request, now carve a bloody swathe across the land. The Lithuanian pagans fight with grim determination. Yet the path of the Holy Cross may be inevitable. Surrounding this bloody conflict, sleeping giants begin to stir. Novgorod, a powerful republic, jealously guarding its freedom and trade. The mighty Danes, renowned as seafarers and warriors, willing to back their ambitions with brute force. And of course, Poland, a proud kingdom, once allied to the Teutonic Knights, now battered and regretful, must face the demons it unleashed. Ambition. Greed. Total War. Да, игра за Новгород Великий, блядь, будет очень трудно, на самом деле. Начинается папская инквизиция. Окей, новое задание. Смерть этого злодея пошла бы на пользу нашему державу.
король. Это, конечно, замечательно. Свадьба у нас. Это хорошая новость. Вот здесь, да? Ладно. Это чуть позже. Так, что у нас? Дипломатические отношения. Это державы начали войну. Державы разорвали союз. Державы заключили союз. Нифига себе, Киевская Русь, Российская империя. Державы заключили перемирие. Наем войск. Это еще хорошо, но при этом я скажу одно здесь. Вот корабль норвежский. И тут армия, огромная армия стоит в этом месте. Скажу честно, огромная армия. Вот прусские лучники появились у нас наконец-то. И тебя тоже нанимаем. Да, жду приказаний, милорд. Идем сюда. Да. Жду приказаний. Служу королю. Так, так, вот от строительства. Так, в Лондоне у нас трибушет наконец-то построить. Больше мы тут ничего не сможем сделать. А это что такое? Нел какой-то. Фиг поймешь. Давай трибушет построим здесь. И убийцы наймем еще одного. Так, ты пока иди сюда наружу, чтобы я тебя видел. Так, тут у нас строительство завершено. И мы причал дополнительно строим. Здесь у нас тоже все завершено. Давайте здесь построим школу. Здесь у нас лучники готовы. Давай тут сельское хозяйство на 7 ходов. На 7 лет. Так, и здесь смертью. Здесь понятно сделают. Убийцы. Блин, даже не знаю. Милорд, берем. Объединяем войска. Да. Да. Берем тебе. Да. Так, сколько здесь вообще у нас? Еще 3 штуки. Тебе. Мой маг. Объединяем. Да. Есть, капитан. Да. Войны, на борт. И обратно. Ты у нас здесь будешь, на всякий случай останешься. Эта армия идет на помощь сюда, потому что этот город будет по-любому захвачен. Так, это мы покупаем. В любом случае, копейщиков чем больше, чем лучше. А лазутчиков у нас здесь нет, да? Я тут от всех лазутчиков, я так понимаю, убрал. Это очень плохо. Вот тут стражи границ. Тоже наймем. Давайте пускай у нас будет стражи границ. 10 тысяч у нас в следующем ходу. Будет, конечно, очень мало, но нам приходится это жертвовать, потому что на нас напали. Может напасть в любой момент Норвегия. Ее армия, еще раз повторяю, около того корабля здесь находится. Ну ладно. Здесь пока у нас перемирие всякое, но перемирие не такое большое. Так, ты. Да. Ходишь сюда. Да, мой король. Боюсь, это не нападут, а. Смерть врагам Франции! Приказывайте, милорд. Идешь сюда, ты. Людям нужен отдых, милорд. Так, убийца. Тут ничего я сделать не могу. Жертву, милорд. Имя жертвы. Член семьи всего здесь. Ща, попробуем. Так, здесь у нас командир нам ничего не даст. Кого устранить, милорд? Принца, наследника. Стараемся убить наследника. Он с моста убьет его, да? Я так понимаю. Блять, охрана заметит. Слава богу, он останется живых. Это мы все видели. Спасибо тебе. Еще стараемся это сделать. 26% теперь. Теперь он спит, и мы как-то попадаем в замок. Это просто удивительный, слишком удивительный момент. Ай, блять, он подыхает. Вы этот наш... Убийца погибает. Так. И тебе отправляемся убить его член семьи. 22% всего лишь. И это был день. Блядь, девушку увидит. Блядь, сука. Но он зато остался живых и спасается от бедства. Вот в этот ход у нас ничего не повезло. Мы никого убить не смогли. Да. Приказывайте, милорд.
Вы пока здесь стойте. Тут армия у нас есть. Даже можно накопить армии и пойти в атаку и без этого. Успокойтесь. Я пришел не за вами. А, у нас еще здесь убийцы есть. Так, тут никого нету. Все, что и тут никого нет, ну нифига себе. Пойдем сюда. Все, что мне нужно. И тут никого нету. Слишком странно, очень слишком странно. Завтра я продолжу путь. Ладно, все, это у нас успел сбежать, но при этом армия меня возвращает сюда, потому что я сказал об этом, бля, это пиздец будет, если мы этот город потеряем. Это сколько прибыли у нас минус будет? Блин, это очень плохо. Боюсь, это нарвет. Ну ладно, на эту серию, я думаю, буду заканчивать уже. Как пожелаете. Да, мой король. Так, убийцу мы со мной нанимаем. С трубушетом. Трубушет нам пригодится. Осады, мощь Парижа. В данный момент. Милорд? Ну ладно, да, на этой ноте мы остановимся уже. Увидимся в следующей серии турких прохождений. Всего удачи вам и пока.